Всем привет! Сегодня 21 июня, День медика. Я вам предлагаю универсальный авторский стих, написанный мной. Врачи, медсестры, медбратья, такие же люди с такими же эмоциями, как у нас. Поэтому стих, я думаю, подойдет всем. Тяжело быть, наверное, тросточкой, что больных всегда подпирает. Тяжело быть, наверное, досточкой, что над пропастью переправляет. Тяжело быть, наверное, песчинкой, что фундамент больным укрепляет. Или хрупкой, тонкой льдинкой, что горячку больных остужает. Тяжело порой от усталости, не сбываются все мечты. Никого без лечения, без жалости, без тепла не оставите вы. И поэтому знаю, родные мои, будет много любви, без печали. И всего, что вы, медики, доброго, старицей больным отдали.